Спящий, я дам для тебя простые советы, которым ты можешь следовать и осознать себя глубже и мир вокруг. Дело за тобой. Существуют другие варианты этой реальности. Фрактальное подобие множества вариантов. Множество вариантов событий. Пространство вариантов можно представить как своего рода дерево с бесконечным количеством ветвей и их переплетений, где каждая ветвь, так называемый сектор, представляет определенную возможную вариацию. Наш ум путешествует по линиям в пространстве вариаций, как энергетический потенциал, и материализует изменения, на которые он настроен. Изучение метали энергии вызывает материализацию вариаций. Это означает, что мысли, которые мы передаем, незаметно переносят нас на линии и сектора пространства вариаций, которые буквально соответствуют нашим мыслям. Мы не должны бороться за счастливую жизнь. Мы просто должны сознательно выбирать ее. Цели приведут к выполнению всех других желаний, и результаты превзойдут все ожидания.
Осознание того, что ты способен менять и создавать свой сценарий, убедит тебя в твоих способностях, которые гасятся системой постоянно. Намерение и визуализация твоих желаний материализуются согласно твоим установкам. Если применить волю, то ты сможешь прийти к своему пути. Ешь больше растительной еды. Питание влияет на мышление и осознанность. Занимайся спортом и не вкушай яды. Старайся быть чаще вне города, на природе. Развивай свой талант и организуй работу на себя.